В коробке у Бендерской ветеринарной клиники оставили трех малышей. Их передали в приют. Одного котенка сразу взяли в семью. Остальные еще ждут своих новых хозяев. Сейчас этим малышам всего 2 месяца. Пока котята маленькие, их легко приучить к домашнему порядку и с детства объяснить, что можно делать, а что нет. Все-таки о котике заботиться легче. Не надо выгуливать, не надо вставать рано. Но это мурлыка, именно мурлыка, который вас снимет стресс после рабочего дня. Они принесут вам радость. За котенком один раз в день водичку поставил, корма можно сухого, если вы ленитесь, покупать и варить мяско. Сколько там кошка кушает? Мы с вами больше кушаем. Если в семье есть дети, то появление питомца – это не только радость, еще и возможность объяснить ребенку, что такое ответственность. Можно приучать детей, вот, чтобы они были именно ответственными, чтобы они не были жестокими. Немножко умягчить сердца этих деток. И пенсионерам тоже эти кошечки понравятся. Единственное, что у меня просьба. Если вы живете в квартире, не выпускайте на улицу, на самовыгул. Вовремя глистуйте этих животных, стерилизуйте, обращайтесь. Приют всегда рад помощи. Можно стать волонтером или перечислить деньги на лекарства и корм.